Простите. Спасибо. Если он бродит поблизости, значит, может вернуться сюда, так? Нам говорили, что это безопасный район. Относительно безопасный, мистер Карр. Его так напугал, что он не вернется. Мне плевать, я приобрету пистолет. Что? Куплю пистолет. Никакого оружия. Она послушает вас. Не покупайте оружие. Вам легко говорить, вы вооружены? Я умею им пользоваться. Я учился стрелять. По мишеням, не по людям. А лучше поставьте сигнализацию, заведите собаку, забудьте про пистолеты. Всегда попадают не в тех, кого надо.